Самаре стартовал лекторий в рамках общественно-просветительской акции «За родное, за свое». Целый месяц на разных площадках региона, а также онлайн-платформах Российского общества знания будут проходить лекции, мастер-классы, квизы и интеллектуальные марафоны, посвященные истории, культуре и географии Самарской области. В завершении акции в течение трех дней, 15, 16 и 17 марта, пройдет викторина на знание родного края. Участников ждут ценные призы, в том числе поездки в Москву на выставку «Россия» на ВДНХ, туры выходного дня по Самарской области и туристические наборы, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Школьники Самары до 4 марта могут принять участие в Олимпиаде по окружающему миру и экологии. Она проходит на сайте ecomir.uchi.ru. Бесплатно для учащихся с 1 по 9 класс. Олимпиада развивает логику и любознательность, помогает запомнить правила поведения дома и на природе, учит бережно относиться к природе и взаимодействовать с окружающим миром. Уже 13,5 тысяч самарских школьников приняло участие в экологической олимпиаде, информирует телеграм-канал городского департамента образования. С 12 по 18 февраля 2024 года проходит 8-я общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Этот праздник объединяет всех, кто любит читать и дарить книги. В рамках акции часть книг была передана библиотекой номер 28 «Самара» для детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Каждый житель района может принести книгу в библиотеку по месту жительства или обменять свою книгу на одну из тех, что принесли другие участники, напоминает телеграм-канал Красноглинского района. В Советском районе прошла зимняя спартакиада «Спортивные ребята 2024». Маленькие спортсмены вместе с родителями собираются для веселых и зажигательных соревнований. Телеграм-канал района делится впечатлениями семей о веселых испытаниях и времени, проведенном вместе.